будет на боссе. Драгон слева, я справа. Шкаф поставьте. Рисуйте никитус. Чё, отменил кат шкафа? Никитос, ты здесь? Навка. Прилетело. Бафните этих мантов. Каска 9 минут. Молодозар и маг. У этого босса есть особенность, из-за которой вы нас можете вайпнуть, если вы одну важную вещь, не стопните ДПС. Когда босса переводят по центру, его бить нельзя. Вот вообще нельзя. Вот не дотать, ничего, просто не бейте. Босса переводит, вы отвернулись и ждете. Окей? Драгонс, это где? Может, ком прилетает. А чё по наплавам? Извини, сорви... если вы сорвете у нас трэш, то он пойдет по всем и всех просто перешопает. Никитос на войду. При переводе агрос падает в ноль, поэтому там надо снова сдавать. Понятно? Мы без касок, да? Это один раз будет или пару раза? Постоянно. Каждые 45 секунд примерно. Даже, наверное, чуть поменьше. Меньше. По-моему, 30 даже. Нету паладина, который дает каски. Че вы орете? Ну, вервольф, на пуль меня или в драгона. Трэш, я имею в виду. Перефазе. Где драгон? Хрен его знает. Войт, Никитосу напиши, чтобы он на тебя напулил. Не, блин, нет, неудобно собирать двух. Драгон в танке или в ДД? В танке. Да, они срывают их сразу. Переключаются. Их. Если он долго не заходит, спекай Тимыча. Каску дай. Дай зайти сначала. Согласен. Спекай Тимыча. И зачем нам тут три танка? Отрежь. Да чё не видно? А потому что ты можешь упасть легко. Буйки нормальные. Зачем на меня повесили второй СС? Они не стакаются, насколько я знаю.
суппорта нет никакого. Гаган готов? Это сколько задержка врагам? Задержка хуйня, дайте пробу. Вроде готов. На пол. Блять, уберите, пожалуйста, меня ебаный квадрат. Пухан. Дай поварам еще каску. Еще нет, такой бери. Спасибо. Дракон, блядь, ребафный каску. Это будет красивая победа. Это у кого-то ебанский элементаль воды, который все бафы забирает. Переводи. Стоп, мама. Стопите ПС все. На базу бери. Соберите трэш, залейте его в Е. Соберите трэш. Больше ДПС отправишь. Начинай переводить. Убивайте. Убивайте тоже. Стоп. Стоп ДПС. Собери скиллов. Собери скиллов. Хилы не хотайте перед тем, как появляется трэш. Вообще никто не хотает. Вы должны это делать до перевода. Стоп, 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 ДПС. Мост тебя так шотнет уже второй раз вот. Имера за эти пхил. Стоп, иди сейчас ДПС. Стоп. Трэш забери.
долг переводишь. А нет, это я ВК. По трэшу сейчас больше сыграй. Даст кто-то гимнаману? В трэш таргет отвечу, но я си пончу, дай гимнаману. Пролейте иннер попроще. Когда иннер? Даркис, скинь. Даркис. Сейчас просто шаг. Прибав по Бруну. Быстрее трэш залейте таргетно. Да снимите с меня танки трэш. Паунтами. Стоп ДПС. Трэш сыграть. Трэш больше. Моза, есть гимнаману? Я отдаю. Кто-то минута у меня. Следующий трэш еще заливайте, потом... Трэш, свечный весь. В трэш все. В трэш все. 9-9-9. Почему на людей побежали? И на пол. Заливаем трэш. Последний трэш, который вы заливаете. Дальше Кира надо установить босс. Там до персы минута 20. Босс убьем еще. Драгон. Резнул эти оба. Прибав по Бруну. Прибав по ням. Не успеваю.
Добейте босса. Дайте там капли по танкам. Жей. Ебать, это было сложно. Вы уже убили босса? Просто мне еще 12%. А, у тебя тоже, да, лаги? Да у меня вообще жопа. Не знаю, я звук оффнул, у меня более-менее. Меня еще показывает 9,6 миллионов. Очень тренер. Чё там? Это на офф или на... На офф спек. Нахуй тебе это тренер, ты, блядь, не спекаешься так. Там кто-то лагает на городе. Блядь, вырубите, пожалуйста, активацию с голоса. Ролл тринкетов это 5 от капа и п. У тебя нет капа. Тимыч забирает. Тимыч нормально. Тимыч. А сколько кап? 7 кап. 7 тысяч. Камень мейнспек. Левая рука. Грудак, мейнспек. Это энховский? Да. Чего? Кольчушная. Как-то ретрик может. Что? Кому не надо ничего? Я ж написал в гильдию. Оффспек, грудак. Давайте, шаманы, покажите своих энхов. Я бы его на ретрика делал, он дохуя 700 гп, нахрена. Типа крита дают достаточно и с мастерством помогает. Да. Лучше силовой. Нахуй силовой. Ну, потому что... Крита нету бесполезной посылки. Магический крит лучше. Там нет вообще крита точно. Там есть магический крит. Нет, там скорость. Ты мастер скорость. Скорость. Ничего так, за фул ЗС так хорошишки сработать. 400 голды. Ага. Я, блин, за бой два раза умерла. Нехуя гроссера. Да какой игрой на перефазах умирала? Да-да, на перефазах. Я, блядь, видел, как на тебе босс висит с лагами этими. Да, босс висел на мне. Нехуя я не умерла. Все равно нехуя гроссера. Нефиг лагать. Это почему я должна забирать с 4 мобов... Я потом забирал. Потом не могу. Потом забирал. Знаешь, мне неудобно собирать 4. Это... Если у тебя драгон по трэшу ДПС, если... Нет, у меня сломалось. Давайте что, убьем с таким ДПСом? Ты должен... Как вы туда заходите, what the fuck? Правая кнопка мышки щелкни, поворот. А. Пользуемся магией в них области.
Я тоже думаю, нужно Малдазара на провокатор иметь. Пусть парень одевается, чего? Но вот опять он все равно не заберет, тут больше ничего не падает. А, вы на Вайс уже? Лук сможет забрать на успех, правда? На мейнспек кольцо может забрать танк. Груда, кричат. Кольцо я заберу. Ну, грудак, перчатку. Какой грудак, перчатку? Ну, просто в данный момент у нас рейди маловато ДПС. Ну, блядь, кто РЛ, тот меняет, и всё. Если ДПС нет, меняет. Правильный вопрос ставить. Смотреть, у нас, блядь, есть запись, которая ведется в прямом эфире, вот, Войдом и Даркис. Любого он заходит и смотрит. Посмотреть ваши изи босс вообще. Че, давайте по-быстрому вайшу, да. Можно и в око. Какой нахуй? Ну, так. Двух боссов спокойно можно завтра донести и ЦЛК, и остальцы. Ну или можно в ЦЛК пойти на первый квартал? Не, лучше ОК. Не, лучше ЦЛК. Что это хуйня? Лучше ЦЛК пойти. Лучше ЦЛК. Не, ну как бы, чё решит? Ну, пожалуйста, иди. Ты сегодня РЛ у нас. Тьми, иди с другой стороны, тащи, мол. Когда идете, присмотрите. Кто? Ты в хиле будешь или в ком? Пухана, ты где брал? Ты донатил, что ли, купил у кого цветение? Цветение он забрал. Что, падало, что ли? Да, разок упало. Это я не помню. Может, и не было. Ну, это не последний раз было. Последний раз не падало. А до этого у него не было. Предпоследний. А на всех джайнах был, по-моему. Даже туда, когда он не мог попасть, он сразу заходил на сундук и все. А это когда... А что еще упало вместе с цветением? Это было давно. И неправда. Да, я недавно помню то, что они с провокатором спорили. Да чё спорили, он забрал за ИП и всё. Ну ты-то спорил, а он-то просто взял и сделал. В смысле спорил? Я как бы... Мне выгоднее, чтобы цветение упало, чем оно не упало, даже когда Пухан в рейде. Конечно, минус конкурент в любом случае. Ну да. Типа, блин, всё равно нужно выбивать цветение обоим. Зачем обоим светить? Обоим достаточно висеть на стене. Блять, что это? Почему стену подобирать с цветением? Ты чё, они как ебанутые двигаются? Просто у нас разве падало? Вот это я не могу вспомнить. Да, я тоже не помню, просто поговорили. Да ты, тебя не, ты на всей джайне был. На последних я был. Ну так на последние не падал. Ну ты про то же. А, посмотри, давали ГПМ по журналу. Надо проверить. Хули у него так много ГПМ и мало ГПМ. Ну не уходить, да? Да. Ты не с первой по пятую пати, значит ты выходишь.
Выходи из инста, влог вставь, шифонер, сумните провокатора, распределяйте по меткам людей. Кстати, то, что ты спиздил маунта, это я помню. Это красава, конечно. Это на последнем. У нас кто из лука входит по этим? Локи. Локи, да. Ну еще раз. Таркис, Локи. Пусть оба ходят с двух сторон и все. Я хочу знать, какие у меня два лука остаются. Розелина у тебя остается. И за дом. Я ни разу не ходил. Тактику рассказывай. Да вы, блядь, просто бьете. Для кого тактику? Для мага? Да. Первая фаза — бьешь босса, выносишь и дебаф, если он будет на тебе. Вторая фаза — стоишь в метке, бьешь все, что движется. Третья фаза — бьешь босса. Не, сначала бьешь скрытнее на летающую гадость, потом, когда скажет босса, в куст. Смотри, первая фаза. Фаза, что движется. Транника не бьют. И вот смотри, я объясню сейчас тактику. Смотри, сейчас все встают по меткам. Распределят людей по несколько человек. Тебе тоже скажут, куда встать. Первая фаза босса. Мы просто бьем босса до 70%. Ничего страшного. Там появляется дебаф молнии. Его нужно будет просто выносить из рейда. Просто отходишь, тебе хилы прохиливают. Все. Мы переводим босса. Встаешь по метке, в которую тебя установят. Там будут вылазить трэш маленький. Там водные такие чувачки. Их нужно будет просто заливать. Смотри. Тут тебе нужно запомнить просто стражников и скрытни. Если скрытни выходят, они дают фиры. Их нужно будет просто РДД зоне заливать. Все. Если выходит зеленый, анонсите вы все голоса, что зеленый в какой-то метке. Его нужно залить. Если зальешь зеленого, у тебя в сумке окажется лут. Его нужно будет передать или Даркису, или Локу. Редаксу или Локи. Все. Дальше просто третья фаза, там уже бегаешь заметками и дебейзишь. Дальше просто. Шкаф. Метки еще не говорили, да? Нет, не говорили. Сапрот нужен. Сапрот нужен только тем, кто не уверен в себе. Тем, кто не уверен в хилах. Вот я не уверен в хилах. Да они хилы тут нормально. Так, по меткам. Сейчас я озвучиваю, запоминайте. И кто-нибудь, Никитос, напишите, в какой метке. В черепе стоит у нас Хэпал из РТД, The Doom, Япончик из Миликов, Тима Чифа. Все черепы, не, да? Дальше по кругу. Прест. Хил Эршан Костя, РТД Мяка Жужин, Милики Пухан Враска. Трусы пока тут, Никитос, Провокатор, сейчас я эту кучку поставлю. Луну, второй Рестер Шаман, Нямка. Этот маг, который Джокер. Ауди и Пухан. Луну видишь, Мак? В квадрате Мосса, Мозер, Розелина и Драгонс. Еще раз, это квадрат, правильно? Последний, да. Квадрат Мосса, Мозер, Розелина, Драгонс. Я, по-моему, кого-то забыла поставить. От того. Рога, сидишь на трэше, который в трэше там. А, Ауди в трусах. Не, Луне сказала стоять. Да. Точно. Значит, все. Еще расскажу по зеленому. Смотрите, ребят, когда зеленый выходит, орете два голоса, его нужно быстро залить. У вас в сумке окажется лут. Выбираете цель, просто нажмете левой кнопкой мыши на локе или на даркнесе, правой кнопкой мыши по этому лут. Тем самым вы можете... В любом случае, оно не может показаться. Сам спрашивает, почему он в двух метках стоит. Естественно. Слишком жутко.
в эту область. Друг, дай лапа, пожалуйста, я вот типа бегаю справа, слева. Шаманы, не забудьте тотем природы. Озер, да именно так. Зашибись. Так-то можно начать без него. Там топов. Он просто не хочет идти в бок. Да, он тут бегает. Это были самые минуты. На выйду на пол. Ноги жуткие вообще. Кто бы сомневался? А это у всех, да? Это не я один такой локси. Это вы с Дагансом вдвоем такие. Пойдем. Я тоже пока тут вышел. Ты, походу, полуметра. Названные, которые должны в тусе стоять. Туса. Срез дерева, луна. С квадрата туда помогите. Сейчас гвардеец выйдет. Зеленый лома.
кресте вообще могов нет. Провокатора. Квадрат. А, Джокер, передай Локи. Джокер злой. Джокер, открой сумку. У тебя там нечестивая магма. Кинь ее в квадрата. О, получилось. Сумку открыл? Да, Джокер. Уже нету. Нету ее. Надо быстро среагировать. Она разве из сумки попадает? Так а я нажимал. Да. Локи нажал, все. Не кидайте, пожалуйста, Джокеру, он тут первый раз. На Дарке сокинь какую-нибудь метку. Зеленый квадрат. С луны помогите в квадрате. Уже пропал. Подгвардейцу мало урон. Сейчас еще один выйдет через 8 секунд. Нормально. Он еще один гуляет, гвардеец. Зеленый череп. Странник не успеет. Зеленый череп крест между ними. Пока тут подвигайся. Пропал. Что-то что так сделал? Подозрите, посранник. У вас там сейчас элементаль подойдет к боссу. Окей, что произошло от того, что он подошел? Зеленый череп крест. Ранний крест вышел. Блять, ну где там Локи-то наш? Сейчас элементаль подойдет. Двое. Локи последний. Зайти по стране. Еще две печатки. Зеленые трусы. Из луны в трусы побежали. Странник. Че, опять не успели? Хуй знает, я туда только добежал, он там, никого там больше не было. В трусах должен стоять Никитос. Помогите в трусах и в луне, пожалуйста, они там не справляются. Там сейчас подойдут элементали, по гвардейцу надо сыграть, еще здесь странник. Луна зеленый. Где Никитос? Где провокатор? Я побежал к зеленому. Чего зеленого никого не той? А у босса хп не отменяется, это нормально? Да. Так его бить не надо. Его нельзя бить. Странник к кресту. Луна, трусы. Помогите все, кто рядом.
Понимаю, что Никито стоит, настреливает гвардейцев, хотя его метки зеленые. Блин, ГП вы. Просто нравится. Последний остался. Нарвис. Не надо перед гвардейцами ходить. Че, опять что ли просрали? Нет. Один остался. Луна. Зеленая луна. Трусы странник. Что, убили же, блядь. Ну, залутайся. Отобрать никто не может. Гвардеец гуляет. Джокер злой. Отдай Дарксю или Локи. Его гвардеец убил. Гвардеец убил. Классно, а чё гвардеец у нас вниз пошел? Именно на Джокера. Я его не трогал. Значит, напулили на тебя. Какой еще вариант? Череп зеленый. Попал. Черепи 2 милика, 2 РДД. Какого хуя? Опять гвардеец стреляет. Ну где Роган на пуны меня должен давать, а? Так, они появляются рандомно. Я не могу давать на пул, стоя рядом с тобой. Я не могу давать на пул, когда их забирать, когда их забирают Локи всякие, да? Локи, подойди к Бруну, пожалуйста. Зеленая луна. Не забудьте подобрать милики. Эвакуатор подымит. Быстрее. Драгон. Драгона. Локи. Локи. Мяка. Только рядом стою, если что, кидай, открою. Мяка, магу, да, перекинь. Да не просите, просите. Мяка, открой мяка. Сумку и перекинь за магу. Да чё, найдёт. Не попрягайте. Быстрее. Локи, у тебя все, наконец, забивайте странника, заливайте гвардейцев, первый странник. Бэр по Бруну. Дает. Кливает, кливает, дура. Зачем сейчас стало? Ну не успели даже стрелять. Че, никто не пахоту. Ой, да на пульт. Да все это, блядь, вы. Нихуя. Пузо. Выше. Странника залить РДД. Все по страннику. РДД возле ваш, плетение вас зело. Пойдите. Можно гимн на ману? Женуэн, выйди из мили-зоны. РДД сыграли по скатам. Там босс в луже. Ой, цитаун. Схуя унти нахуй, на мне, стаунтите босса. Все РДД по скатам играют из луж. Выйдите, пожалуйста, встаньте в центр. Жена на подъем. Быстрее скат забивайте. Скат РДД. Дай салю попал, как на денчик.
Зачем так далеко? Лужа мили. Прохил, прохил милизон. Тимыч вышел. Бафти не видоса. Лужа, РДД. Даркис, отойди, пожалуйста. Мяко выйди. Женуэн, подними Моссу. КД. Он меня поднял. 24 боя в КД. Бруно не уронил. РДД лужа. Прибежали. Пухан сыграл осторожнее. На войду тоже ЦС дайте один. По Пухану дайте сальво. Могу только на ауте выйди. Дайте Дим на ману потом поставим. Даю. Или. Прохил Мелизон. За дом вышел. Три ската уже у нас, еще нету босса. Ската все бейте. Этого дурака. Добивайте скаты. Скаты. Отвлечение в РДД зоне. Почему он здесь? На 10 миллионах дайте первым. Просто я дам. Первым. Дай лужа. Иди наперед немножко. Геро. Все сыграли в босса, просто отдали. Стоунти немножко, чтобы... Вот, Стоунти. 4 дам. Ужасно, вообще ужасно. Лут не поменял, как-то да? Лут там. Ну чё вы лутаете? Лут поменяете? Ну а зачем вы лутаете? Типа, там же спрашивается, хотите ли вы взять этот предмет. Жаль бы нет. Ой, нахуй ты все лутаешь. В смысле все, две шмотки только нажал, да? Потому что не успели, а поменяли лут, поэтому только две шмотки. Мейн спек. Нет. Офф спек. Мяко, поставь порт доллара. Что поставлю? Че, все что ли? Мейн спек.
Типа в рот этот цирк надо сегодня заканчивать. О, в спектр. Да. Ебать, а чё Ро-то? Ро? Да ещё нихуя не слышал. Мейн спек. Лук. Оф спек. Сейчас первый квартал прочистим, в субботу меньше бить. Т5 мейн спек, хант. Мак и лук.